Друзья, всем привет и добро пожаловать. Меня зовут Брейн. И сегодня, ребят, у нас игрушка под названием Майнкрафт. Сегодня, ребят, я покажу, как построить линейный крейсер Курт, британский линейный крейсер. Сегодня я покажу, как его построить. Один из моих подписчиков попросил построить линейный крейсер Курт. Ну что ж, будем сегодня строить наш линейный крейсер. Скорее всего, это будет опять по частям. Ну что ж, поехали. Для начала нам нужно взять с вами красный камень, блок красного камня и светло-серый бетон. Потому что крейсер у нас будет серого цвета, потому что на самом деле крейсер он был серый. Так что, ну что, приступаем. Для начала нам нужно определиться с носовой частью. Ставим сюда первый красный блок. Затем ставим сюда 3, 4, 5, 6 блоков сюда. Затем мы следующим образом этот блок убираем. Теперь вот здесь мы ставим по 2 блока. Мы строим с вами носовую часть линкора. Раз, два, три, четыре. Здесь раз, два, три, четыре. Соответственно, здесь тоже берем раз, два, три, четыре. Здесь мы тоже раз, два, три, четыре, пять. Здесь мы тоже пять. Соответственно, берем раз, два, три, четыре, пять. 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 Я, ребят, в плоском мире показываю, как этот корабль построить, чтобы вам было видно, как он выглядит. Следующим образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сюда мы тоже ставим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Следующим образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как видите, у нас расширяется нос корабля. Дальше, так, 6, сюда ставим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 блоков, дальше здесь берем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, следующим образом, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, здесь мы тоже ставим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, видите, у нас расширяется крейсер, худ, следующим образом берем, на восьмом блоке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять блоков. И здесь мы тоже ставим 9 блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну что ж, как видите, вот такая вот у нас пока что ширина нашего крейсера составляет. Ну, вообще, это батл-крейсер. Ну что ж, теперь приступаем к осадке. Поднимаем нашу осадку. На следующем образом. Раз, два, три, четыре. 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 В общем, мы должны полностью вот это теперь пространство закрыть полностью на 4 блока. Вот таким вот образом мы это открываем. Раз, два, три, четыре, высота 4 блока. Здесь мы тоже поднимаем на раз, два, три, четыре. Здесь мы тоже поднимаем на раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. В общем, мы полностью должны теперь с вами закрыть. Я показываю пока на левой стороне. Ну, а вторую сторону вы точно так же должны сделать. Я также покажу, пока что на примере первой. Видите, вот. Вот таким вот образом мы поднимаем, здесь мы тоже поднимаем. Так, этот блок убираем, прошу прощения. Так, вот сюда ставим раз, два, три, четыре, 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 раз, два, три, четыре и раз, два, три, четыре. Ребят, в прошлой серии я показывал, как построить линкор Айова. Обязательно напишите комментарий, как вам, понравился ли вам линкор или нет. Так, ну что ж, теперь, ребят, мы приступаем к следующей части, это вот эту сторону. Точно так же мы ее должны закрыть. Итак, друзья, вы совершили вот таким вот образом вашу осадку. Осадка — это часть подводная часть корабля. Следующим образом мы еще на пятый слой поднимаем
на один блок, только точно так же берем, проводим по всей части корабля. Ну, пока что у нас носовая часть, мы должны еще по одному блоку вот таким вот образом добавить. Вот таким вот образом мы еще один блок добавляем. Вот таким вот образом мы с вами добавляем. Здесь тоже добавляем. Раз, два, три, четыре. Теперь, ребят, точно так же вы должны еще добавить по одному блоку, как и вон там. Итак, ребят, после того, как вы подняли еще на один блок, следующим образом мы расширяем с вами, ну, делаем точно так же. Берем с вами, расширяем корабль, следующим образом вот здесь мы ставим по блоку и вот здесь по блоку ставим. И следующим образом, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, здесь мы тоже ставим 7 блоков, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, так, 7. И точно так же мы поднимаем осадку, как и следующим образом. Вот таким же образом мы поднимаем, завершаем такое же строение, как и мостовой части. Вот таким вот образом мы совершаем. И здесь тоже, соответственно, закрываем. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Видите, вот. Вот такой у нас. Вот такая у нас осадка получается. Корабля. Вот, все. Смотрите, какая у нас получается осадка нашего будущего линейного крейсера. Линейный крейсер — это промежуточное звено между линкором и между крейсером. Так что его называют батл крейсер. Теперь, ребят, следующим образом мы берем с вами светло-серый бетон и возвращаемся в носовую часть крейсера. Теперь опять поднимаем. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь мы тоже берем 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. И мы вот таким вот образом с вами поднимаем на высоту на 5 блоков. Мы вот так поднимаем с вами на 5 блоков вашего строения корпуса корабля. Вот таким вот образом вы просто берете и поднимаете. 1, 2, 3, 4, 5. В общем, по высоте вы должны совершить по 5 блоков вверх. Вверх вот так вот должны поднять по 5 блоков. Так, здесь мы тоже поднимаем. 3, 5. И вы сейчас сами убедитесь, что у нас получается такой нашего. Здесь мы тоже открываем, здесь открываем, и вот здесь тоже закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, и здесь мы тоже вот таким вот образом закрываем. Здесь, здесь, и вот здесь. Ну что ж, вот что, ребят, у вас в итоге получается. Теперь, ребят, точно так же мы добавляем еще по одному блоку. Здесь еще один блок высоты добавляем. Вот таким вот образом по одному блоку. Один, еще один слой мы добавляем. Вот таким вот образом. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну что ж, ребят, точно так же вы должны совершить и вот эту сторону крейсера. Ну что ж, приступаем. Вот такую вы должны форму превратить, вот только вот эту сторону. Короче, я вам показал на примере первой. Итак, ребят, точно так же вы должны совершить и вторую сторону крейсера. Как видите, вот что у вас получается. Носовая часть вашего крейсера, линейного крейсера. Следующим образом, ребят, мы берем с вами, получается, еще немножечко расширяем
Последнюю ширину нашего крейсера делаем следующим образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Следующим образом берем точно так же здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь блоков. И точно так же мы превращаем, опять же достраиваем следующим образом. Вот таким вот образом мы достраиваем. Так, вот таким вот образом продолжаем строить нашу осадку. Дальше мы строим корпус крейсера. Завершаем вот таким вот образом корпус линейного нашего крейсера. И здесь мы тоже закрываем. Видите, вот у нас что получается. Дальше мы точно так же повторяем и вторую сторону. Вторую сторону. Я, ребят, почему так делаю? Сначала строю носовую часть, потому что так будет проще определиться, какой у вас будет длинный крейсер и так далее. Ну что ж, все. Вот таким вот образом у вас будет максимальная ширина вашего линейного крейсера. Это максимальная ширина линейного крейсера. И потом мы будем вот так с вами удлинять наш корпус. Сначала, ребят, нам нужно построить с вами палубу. Вот здесь мы сейчас будем строить с вами первую деревянную палубу. Берем с вами дерево, дубовые доски и делаем следующим образом. Раз, два, три, четыре. В общем, мы теперь будем закрывать вот эту вот всю поверхность дерева. Итак, друзья, вот таким вот образом вы должны закрыть свою палубу вашего будущего линейного крейсера Худ. Вот таким вот образом вы должны это, соответственно, сделать. Следующим образом, ребят, давайте возьмем железный блок. Железный блок, чтобы вам было видно. Следующим образом мы сейчас будем делать с вами иллюминаторы. Также приделаем гнезда орудийных башен. Если получится, сделаем переднюю настройку декора. Получается, мы должны вернуться. Так, мы делаем следующим образом. От носовой части мы отсчитываем сразу. Вот начинаем отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 33 блока вы должны отсчитать. Дальше вы должны поставить сюда, получается, блок бетона, серого бетона. Теперь, ребят, мы убираем эти вообще вспомогательные блоки. Они больше не понадобятся. Вообще полностью их до конца убираем и все. Итак, друзья, после того, как вы убрали все вспомогательные блоки до носа, следующим образом мы делаем с вами иллюминатор вот этого центрального блока. Делаем следующим образом. Раз, здесь вставляем по 3 блока. Здесь мы еще по 2, еще по одному блоку. У вас получается 1, 2, 3, 4, 5. 5 блоков здесь должно получиться. И делаем следующим образом. Сюда мы ставим опять же наш бетон. 1, 2, 3, 4. Следующим образом мы берем точно так же здесь. 1, 2, 4. Видите, вот такое у нас строение получается вашего иллюминатора. Следующим образом мы берем с вами железный блок и делаем вот таким вот образом. Раз, два, три. Делаем, просто добавляем сюда по два блока. С вами добавляем и вот здесь мы заканчиваем. Как видите, вот такое у нас строение получается. Дальше теперь, ребят, мы берем с вами сюда, ставим, пропускаем здесь два блока. Сделаем вот таким вот образом. Раз, два, раз, два. И, как видите, вот такой у нас иллюминатор формируется. Ну что ж, вот, все, ребят, мы сделали. Дальше вы добавляете сюда два железных блока. Раз, точнее, три блока сюда добавляете. Раз, два, три. И сюда два. Теперь, ребят, вы ставите сюда наш, получается, бетон. Раз, два, три. И раз, два, три. Сюда вы ставите центральный блок. Вот что у вас получается. Как видите, у вас должно получиться вот такое вот строение вашего иллюминатора на вашем линейном крейсере Худ. Следующим образом мы сейчас будем делать с вами якорные цепи. Это берем, следующим образом берем с вами железный люк. Дальше берем с вами наковальню. Наковальню мы должны с вами взять. Делаем с вами, берем с вами наковальню. И получается,
Сюда мы ставим, начинаем от носовой части крейсера делать следующим образом наши якоря. Как мы их делаем? Сначала мы должны взять с вами угольный блок. Угольный блок нашего, так сказать, потому что якори у нас будут черные. И вот здесь мы пробиваем две дырки, здесь и здесь. И сюда мы вставляем следующим образом. Сюда вставляем железный блок, туда тоже вставляем железный блок. И делаем следующим образом якорь. Раз, два, три. Сюда мы добавляем по... Вот таким вот образом мы должны с двух сторон построить. Здесь раз, два, три. И здесь тоже. Видите, теперь вы должны сделать вот такие вот выступы. Выступы вы должны сделать и с этой стороны, и с этой стороны. И сюда поставить по наковальню. Как видите, у нас формируется два якоря. Вот таких вот два якоря на линейном крейсере Худ. У вас должно получиться с двух сторон. Дальше, ребят, мы берем с вами якорные цепи, ставим. Получается, вот сюда мы ставим и вот здесь ставим по якорной цепи. Следующим образом мы берем с вами, делаем точно такую же цепь. Это вот таким вот образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21 блок у вас должно здесь получиться. Соответственно, вы должны точно такую же сделать и следующим образом. Вторую якорную цепь, это вот таким вот образом. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, дальше раз, два, раз, два и раз. Видите, у вас получается две вот такие вот якорные цепи. Вы вот таким вот образом должны сделать. Дальше мы должны сделать с вами крепеж. Здесь мы делаем следующим образом. Сюда мы ставим вот такие вот две штуки. Здесь и вот здесь. Теперь мы поднимаем сюда сбоку. Дальше добавляем наши иллюминаторы. Так, здесь мы добавляем центральный, получается, люк сверху. Здесь мы опять ставим центральный люк сверху. Здесь вот таким вот образом мы с вами завершаем. Раз, два, три. Здесь мы закрываем, получается, якорные цепи. В общем, мы делаем с вами, ибо они прикреплены к крейсеру. Ну что ж, вот, ребят, вот таким вот образом мы должны совершить с вами носовую часть крейсера Худ. Теперь дальше мы сейчас будем ставить первую орудийную башню. Ну, получается, первое гнездо орудийной башни. И, скорее всего, уже будем строить первую орудийную башню. Дальше мы берем, получается, центральную часть корабля, отсчитываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12 блоков вы должны отсчитать. Теперь убираем мы лишние 11 блоков, вообще полностью убираем. Они больше не понадобятся. Это были вспомогательные блоки нашего крейсера Худ. Теперь мы, ребят, будем с этого нашего начального блока делать орудийную башню. Как мы их делаем? Мы сначала должны с вами поставить орудийную башню следующим образом. Здесь мы убираем нашу палубу. Здесь мы вставляем по железному блоку. Здесь мы добавляем еще. Получается, здесь мы убираем. Так, здесь мы тоже убираем. И вставляем вот такие вот блоки. Теперь мы делаем здесь раз. Удлинение даем, удлинение нашего гнезда. Теперь точно так же берем здесь. Два, раз, два, дальше мы еще раз, раз, два, и вот здесь мы заканчиваем, раз, два. Видите, здесь у нас будет орудийная башня 15 дюймов калибра. Следующим образом, раз, получается уже там 3, 4, 5, 6, 7, 7 блоков вы должны здесь, получается, сделать, и здесь вы тоже должны сделать 7 блоков. Ну что ж, теперь мы сделали, теперь мы закрываем это гнездо, вот таким вот образом мы закрываем, и здесь мы тоже закрываем. Как видите, вот такая у нас, на этом месте у нас будет стоять первая башня Худа. Вообще на Худе 4 башни главного калибра, так что вот здесь у нас будет стоять первая орудийная башня. Теперь мы по уголкам здесь ставим по железке, и вот что у нас получается.
Теперь, ребят, мы должны закрыть здесь, соответственно, палубой. Ну что ж, приступаем. Итак, друзья, вот таким вот образом вы должны закрыть полностью вашу палубу. Теперь вы, соответственно, должны сдать. Теперь мы определились с вами длину нашего крейсера. Теперь мы должны удлинить наш корпус нашего крейсера. Ну что ж, приступаем. Итак, друзья, вот таким вот образом вы удлинили еще на 3,5 метра свой корпус крейсера. Я думаю, как вы поняли, вот так у нас будет идти в длину ваш крейсер. Теперь мы должны с вами поставить второе гнездо второй башни. Следующим образом, здесь мы убираем с вами бок. Ваше расстояние от первой башни должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 боков у вас должно быть расстояние до первой башни. И вот здесь мы будем ставить вторую башню. Теперь мы делаем точно такое же строение, как и на второй башне. Теперь мы делаем раз. Вот таким вот образом мы повторяем. 1, 2. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь мы, соответственно, закрываем. Так, у нас же 6, правильно? Так, 3, 6, 7. 7 блоков здесь у нас должно получиться. 7 блоков здесь завершаем. Теперь здесь мы берем 1, 2, 3, 4. Здесь мы тоже закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь, ребят, мы берем, закрываем заднюю часть башни. Это вот таким вот образом. Мы ее просто берем и закрываем. 1, 2. И вот. Ну что ж, ребят, как видите, вот здесь у нас будет стоять вторая башня худо. Теперь следующим образом мы здесь углы то же самое подделаем и поднимаем на второй слой башни. Следующим образом. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. В общем, мы по кругу должны поднять на 3 блока. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. И 1, 2, 3. Здесь мы тоже поднимаем. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. И добавляем последний слой, четвертый слой. Вот здесь мы с вами добавляем. Вот все. Вот таким вот образом мы добавили с вами четвертый слой. Вот таким вот образом. Все, как видите, вот здесь у нас будет стоять вторая башня худо. Ну что ж, ребят, теперь, как видите, нам нужно сделать с вами деревянную палубу нашего линейного крейсера. Ну и дополнительно удлинить корпус крейсера. Ну что ж, приступаем. Итак, друзья, после того, как вы вот таким вот образом полностью закрыли вашу палубу крейсера, хочу сказать, что вообще на видео не будет видно, как корабль изнутри построен. В общем, вы, получается, вот этот горизонт должны с вами закрыть красным камнем. Я думаю, вы поняли. Вот таким вот образом мы должны везде вот так вот пройтись, закрыть полностью весь корабль. Ну что ж, друзья, я это показывать вообще не буду. Я просто сегодня показываю, как построить внешний крейсер худ, а остальное вы уже решать будете вы, что вы будете на нем делать. Ну что ж, друзья, мы сейчас будем приступать с вами к орудийным башням крейсера. Следующим образом мы берем с вами башню Б. Давайте начнем с башни А. Закрываем следующим образом. Здесь мы тоже закрываем. И здесь мы тоже закрываем. Ну что ж, теперь, друзья, берем с вами, знаете что? Мы берем с вами, получается, мы берем с вами камень. Дальше мы берем гладкий камень. И будем следующим образом делать. Теперь мы делаем следующим образом. Делаем с вами вот такое вот гнездо нашего крейсера. Это вот такое вот образом мы с вами поднимаем. Здесь мы тоже поднимаем. 1, 2, 3, 1, 2, 3. И вот здесь мы тоже поднимаем. Видите, вот такое у нас получилось строение. Теперь точно так же мы берем и здесь. Добавляем 1, 2, 3. И 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. И 1, 2, 3, 4, 5. В общем, мы здесь вот таким вот образом закрываем. На этом месте у нас будет стоять орудие 15 калибра худо.
Ну что ж, приступаем. Теперь мы берем каменные кирпичи с вами. Делаем с вами орудие 15 калибра. Делаем мы с носовой части это следующим образом. Вот таким вот образом мы с вами делаем. Дальше мы сюда ставим по два железных блока. Здесь у нас делаем 4 блока. Здесь у нас будет стоять с вами дуло 15 калибра. Следующим образом мы берем, проводим вот таким вот образом. Раз, два, три. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Дальше берем 8. Здесь мы расширяем. Так, вот как видите, вот такая у нас орудийная башня формируется. Как видите, вот такое у вас должно получиться строение вашей первой башни. Соответственно, мы приступаем и к второй точно такой же башне. Мы делаем следующим образом. Раз, два. Дальше раз, два. Берем, дальше берем. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дальше 1, 2, 3, 4, 5. Дальше берем 1, 2, 3. Видите, вот у нас получается с вами вот такое строение второй орудийной башни. Дальше мы сюда ставим 2 железных блока, где у нас будет стоять с вами 2 дула. 4 блока мы сюда убегаем. Как видите, вот здесь у нас будет стоять орудийная башня. Следующим образом мы теперь делаем с вами дуло. Это делаем следующим образом. Берем с вами светло-серый бетон, хотя не светло-серый бетон, каменные кирпичи. И берем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше мы добавляем здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Как видите, вот здесь у нас будет стоять с вами дуло. Теперь мы делаем с вами орудие башни главного калибра вторым слоем. Возвращаемся к башне А и делаем вот таким вот образом. Мы с вами завершаем, так сказать, строение. Здесь мы завершили. Дальше мы поднимаем верхнюю часть башни. Это вот таким вот образом мы поднимаем. Это получается крыша нашей пушки. Здесь мы тоже открываем. Закрываем. Видите, так, здесь можно убрать вообще, не понадобится, и здесь вот так вот закрываем. Так, все, и вот здесь завершаем. Так, здесь почти поровну. Все, видите, вот у нас первая башня орудия 15 калибра крейсера Худ. Теперь мы точно так же приступаем к второй башне, но только вторая башня будет уже немножко отличаться. Вот таким образом мы тоже закрываем. Раз, два. И раз, два. Раз, два. Дальше раз, два, три. И следующим образом здесь мы закрываем. Итак, мы завершаем с вами крышу. Вот таким образом мы здесь берем с вами. Так, здесь убираем с вами блок. Здесь мы заделаем с вами орудийную башню. Здесь мы тоже заделаем. Раз, два, три. И раз, два. Раз, два, три. Как видите, вот что у нас получается вторая башня. Теперь, ребят, мы берем с вами гладкий камень и делаем над конце последней башни вот такое вот строение. Раз, два, и раз, два. И делаем вот такой вот выступ. Как видите, вот какая у нас башня получается. Вот такая у нас башня получиться должна. Как видите, вот. Видите, это башня Б крейсера Худ. Ну что ж, ребят, с башнями главного калибра закончили, с носовой частью закончили. Теперь мы будем с вами строить переднюю надстройку крейсера. Отступаем с вами от второй башни. Раз, два, три, четыре. Четыре блока мы отступаем. И на пятом блоке ставим надстройку. Следующим образом мы берем с вами вырисовываем круг. Над центром крейсера мы ставим блок. И делаем 1, 2, 3. Дальше делаем вот такое строение. 1, 2, 3. Здесь мы делаем 3 блока. Здесь 3 блока. Дальше здесь 3 блока. И, как видите, у нас получается вот такой вот строение. Видите, у вас должен получиться вот такой вот круг.
Здесь у нас будет передний радар крейсера. Теперь мы ее поднимаем на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь мы тоже на 8 блоков, собственно, поднимаем. Здесь тоже поднимаем на 8 блоков. Мы должны, в общем, сделать на 8 блоков по кругу. Итак, ребят, вот таким вот образом вы должны совершить на 8 блоков вверх. Следующим образом, теперь, ребят, мы берем с вами, получается, каменные кирпичи. Делаем следующим образом. Раз, два, три. Дальше мы берем точно так же здесь. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Здесь мы тоже добавляем. Три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь восемь. Восемь блоков мы добавляем. Дальше, как видите, мы делаем следующим образом. Девятый блок здесь добавляем и здесь. И делаем следующим образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Видите, вот такое у вас должно строение получиться. Дальше вы делаете то же самое здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Как видите, здесь у нас будет располагаться уже боевая рубка. Теперь, ребят, следующим образом мы поднимаем на раз, два, три блока. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Здесь мы делаем проход для двери. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. В общем, мы поднимаем с вами поверхность каменными кирпичами на три блока. Вот, как видите, вы подняли на три блока. Точно так же берете и здесь. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Здесь мы делаем проход для двери. Видите, вот что у вас должно получиться. Следующим образом, ребят, мы берем с вами теперь более темный бетон. Взяли мы более темный бетон. Блок серый бетон уже более темного цвета. Делаем следующим образом палубу. Мы закрываем вот таким вот образом. Мы это закрываем. Раз, два, три. И полностью мы закрываем с вами серым темным бетоном. Вот таким вот образом мы закрываем. Здесь мы тоже закрываем. И здесь мы закрываем. Так, здесь мы добавляем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Видите, здесь у нас будет уже удлинение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В общем, уже вот так у нас будет идти по длине всего корабля. Ну что ж, ребят, вот таким образом вы должны закрыть полностью вашу настройку. Ну что ж, приступаем. Итак, друзья, вы совершили вот такое построение вашей палубы, вы должны закрыть ее полностью. Следующим образом мы берем с вами сюда, поверхность нашей передней рубки нашего крейсера, и вот таким вот образом мы накрываем с вами верхнюю часть нашего крейсера. Вот таким вот образом мы ее закрываем, здесь мы тоже закрываем, накрываем, и здесь накрываем. Видите, вот что у вас должно получиться. Теперь, ребят, мы немножечко с вами отступаем. Раз, два, три блока. Точнее, три блока мы отступаем. И следующим образом на четвертом блоке мы ставим вот такое расстояние. Раз, два, три. И раз, два. И как видите, вот что у нас получается. Крейсер немножко удлиняется. Вот. Теперь вы сюда ставите раз, два, три. Еще на два блока выше. И теперь вы делаете переднюю настройку крейсера. Делаем с вами передний радар нашего крейсера. Это делается следующим образом. Мы берем с вами ступеньку, делаем с вами ступеньку и делаем вот такой вот радар. Раз, два, дальше раз. Сюда мы ставим раз, дальше мы сюда ставим раз, два. Здесь мы тоже ставим раз, два. И вот здесь мы ставим. Видите, у нас потихоньку появился радар крейсера. Передний радар крейсера. У крейсера два радара было. Так, здесь мы тоже расширяем. Раз. Так, вот таким вот образом мы должны сделать и, соответственно, с этой стороны. Мне приходится вот таким вот образом совершать. И вот здесь тоже. Теперь, ребят, можно, в принципе, удлинить. Здесь по пару блоков еще добавить. Видите, у нас вот такой вот передний радар нашего крейсера получается. Вот такой передний радар. Вы уже замечаете, что начинает становиться похоже на крейсер.
Дальше, ребят, мы, наверное, поставим переднюю настройку крейсера Худ и, скорее всего, закончим с первой частью. Ну что ж, теперь приступаем к следующей части. Мы берем с вами, пропускаем, возвращаемся в центр корабля. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. 5 блоков, и вот здесь мы ставим на 6 блоке. Будет у нас стоять уже самая высокая настройка. Следующим образом мы опять берем с вами серый бетон. Сюда ставим 1, 2, 3. Мы начинаем с вами делать такое строение. Дальше мы берем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше берем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Даже 7 блоков. И вот здесь заканчиваем на 8 блоке. Вот такой квадрат мы с вами рисуем. Вот таким вот образом у вас должен получиться вот такой вот квадрат. Дальше, ребят, вы делаете следующим образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Соответственно, берете точно так же здесь. 1, 2, 3, 4. Так, 4. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот. Вот таким вот образом вы совершили. Дальше вы поднимаете нас 1, 2 на 2 блока. Вот. Даже на 4 блока вы поднимаете вышину. 4 блока вы поднимаете вышину ваш мостик. Здесь у нас будет уже адмиральский мостик крейсера Худ. Здесь мы тоже завершаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По кругу мы совершаем следующим образом. Вот такое настроение с вами имеем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, это можно ставить так вот. Здесь мы делаем проход для двери. Здесь мы тоже осуществляем проход для двери, здесь тоже осуществляется проход для двери. И внешний тоже проход для двери. Ну что ж, теперь делаем следующим образом. Теперь мы здесь поднимаем на 1, 2, аж на целых 2 блока. Здесь мы делаем следующим образом. 1, 2, 3. Здесь мы тоже поднимаем 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И 1, 2, 3. Здесь мы тоже 1, 2, 3. И 1, 2, 3. 1, 2, 3. И 1, 2, 3. Вот таким вот образом вы совершили. Видите, вот что у вас получается. Передняя настройка вашего крейсера Худ будет вот таким вот образом строиться. Дальше вы теперь, ребят, берете опять наш серый бетон. Здесь вы закрываете. Здесь у нас будут стоять балконы. Балконы для прохода. Следующим образом то же самое берете и с другой стороны. 1, 2. Везде, конечно, можно будет пройти в этом корабле, так что вот так. Теперь мы поднимаем с вами следующим образом. Делаем 1, 2, 3. В общем, здесь мы уже будем поднимать на еще два блока. 1, 2. Опять мы пока по квадрату идем. Имеем вот такую вот. Ну что ж, вот получилась такая вот разрубка. Следующим образом вы еще добавляете третий блок для строения. Еще добавляете третий блок и как видите, вот что у вас получается. 1, 2, 3. И вот что у вас получается. Теперь, ребят, вы делаете следующим образом ваш мостик. Делается это следующим образом. У Худа он чуть спереди выдвинут. Вот таким вот образом вы это делаете. 1, 2, 3, 4. Здесь 1, 2, 3, 4. Здесь мы тоже берем 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. В общем, мы делаем вот такое вот строение. 1, 2, 3, 4. Дальше мы берем здесь 1, 2, 3, 4. Добавляем еще пару блоков. И вот что у нас получается. Вот такой надстройка нашего крейсера Худ. Теперь берем с вами следующим образом серый бетон. Вот так у нас и есть. Дальше мы сюда мы ставим 1, 2. Здесь у нас будет с вами сейчас находиться, где будет, собственно, сидеть командир крейсера. Ну, можно сказать, адмирал крейсера. Делается это следующим образом. 1, 2, 3. И, видите, вот такой даже квадрат. Ведь вот такое уже строение получается. Дальше, ребят, вы берете стекло, обычное прозрачное стекло,
и совершаем следующий уровень. Берем с вами, добавляем сюда 1, 2, 3, 1, 2, 3 и 1, 2, 3. Теперь здесь мы совершаем проходы 5 единиц, чтобы можно было прийти. И как видите, вот так все совершаете и закрываете. Теперь мы тоже здесь закрываем. 1, 2, 3. В общем, здесь мы на одну получается. Здесь мы вообще убираем, здесь нам не нужен, видите, уже знакомая часть. Так, здесь мы тоже закрываем, здесь закрываем, здесь закрываем, здесь соответственно сверху тоже закрываем, дальше закрывается вот так вот, 1, 2, 3. Видите, здесь у нас будет сидеть командир крейсера Худ. Следующим образом мы берем, поднимаем, 1, 2, в общем мы делаем вот такой вот слой. Здесь мы добавляем 1. В общем, мы прорисуем с вами еще один квадрат. Вот таким вот образом мы его прорисовали. Дальше мы берем с вами, получается, уже вот так вот удлиняем. Еще более выше мостик. Еще более выше мостик получается у вашего Худа. Здесь мы выбираем заднюю часть крейсера. Вот таким вот образом. 1, 2, 3 и 1, 2. Здесь мы тоже закрываем. 1, 2, 3. Вот, получается уже верхняя часть крейсера Худ. Ну что ж, как видите, уже знакомая часть крейсера Худ. Дальше мы теперь, ребят, берем следующим образом. Здесь мы заделаем, соответственно, нашим серым бетоном. Дальше мы берем с вами, поднимаем 1, 2, 3 и 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И 1, 2, 3. Здесь мы по центру сделаем проход для двери. Вот здесь мы делаем проход для двери. И вот здесь мы закрываем. Видите, вот, ребят, у нас есть мостик. Можно смотреть, любоваться нашим Худом и так далее. Ну что ж, теперь, ребят, будем сейчас делать главную башню Худа. Это делается следующим образом. Берем с вами угольный блок, опять находим центральную часть крейсера, ставим по центру нашего корабля и поднимаем следующим образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 блоков. Дальше вы берете то же самое, ставите здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 блоков. 8, как видите, вот у вас три получается 8 блоков. Дальше вы добавляете сюда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сюда вы добавляете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Видите, вот здесь у нас будет стоять с вами башня Худа. Вот, а вот здесь у нас будет стоять возвышенная часть Худа. Дальше мы берем светло-серый бетон, начинаем ставить с вами верхнюю часть Худа. Делается это вот так вот. 1, 2. Здесь мы уширяем, здесь тоже уширяем. Так, здесь мы должны закрыть. Так, давайте глянем, что у нас еще получается. Здесь мы убираем. Так, здесь убираем. Здесь мы убираем. Видите, вот здесь у нас будет стоять верхняя башня. Теперь мы завершаем, конечно, закрываем ее вот таким вот образом. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Здесь мы убираем по блоку и вот здесь по блоку. Видите, здесь можно будет пройти. Дальше мы берем с вами, ставим сюда обычные стекла. Это вот здесь мы ставим по стеклу, здесь и задним просто закрываем. Теперь мы сюда ставим по камню. Дальше ставим по стеклу, здесь камень, как видите, вот получается вот такая вот башня. Дальше мы закрываем верхнюю часть нашего крейсера, ну, крышу, получается, башня. Башня, смотрящая, это получается самая высокая. Ну, вы поняли, в начале видео вы видели, как крейсер тут выглядит. Ну что ж, вот так у вас получается. Дальше вы берете радар, устанавливаете радар, делаете это вот так вот, ставите сюда блоком. Дальше ставите стальной блок и делаете следующим образом. Поднимаете вот 1, 2,
сюда вы добавляете внутренний блок, дальше вы берете сюда, ставите еще блок и раз, два. И вот здесь раз, два. Видите, дальше вы берете люк. И вот здесь вы так ставите радар, главный радар нашего беседы. И здесь вы тоже добавляете раз, два, три. Видите, вот такой у нас получается радар крейсера. Ну что ж, попечем. Вот такой получается у нас крейсер строится. У нас крейсер вот таким вот образом начинает строиться. Дальше здесь добавить еще один балкон. Раз, два, три. Здесь вы опять выбираете. Здесь вы тоже выбираете. И вот здесь вот выбираете. Вы опять проводите вот. Получается по квадрату нашего крейсера. Видите? Раз, два, три. Здесь вы тоже совершаете. Так. Раз, два, три. Теперь вы, соответственно, это закрываете более серым бетоном. И вот так вот получается. Раз, два, три. Это, ребят, все наблюдательные посты. Все наблюдательные крейсера ход. Вот и все. Вот таким вот образом у вас получилась надстройка крейсера ход. Как видите, вот что мы за сегодня построили. Вот таким вот образом у вас получается крейсер, линейный крейсер Худ. Ну что ж, друзья, будем с вами заканчивать. Подписывайтесь на канал. Ждем следующей части строительства линейного крейсера Худ. Ну а пока что вот что у нас получилось. С вами был Брейн. До скорых встреч и пока-пока.